пытаются протащить закон о языке, который уже им стоил Крыма. Напомню, что как раз Крым сказал, да вы с ума сошли, как раз когда пошла речь о языке. Какие теперь губернии желаете отдать? Верховная Рада хочет затащить такие за уши в украинское пространство закон о всеобщей украинизации, закон о запрете русского языка. Следить за исполнением закона будут языковые инспекторы. Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Верховная Рада приняла скандальный закон об исключительном использовании украинского языка как единственного официального государственного. Документ предусматривает, что все граждане, вне зависимости от того, какой у них родной язык, обязаны во всех сферах общественной жизни говорить по-украински. Призывы к многоязычию будут считаться попытками свержения конституционного строя. За исполнением закона будут следить специальные языковые инспекторы. Многоязычие отныне расценивается как посягательство на конституционный строй. Кроме того, вводится понятие «публичное унижение украинского языка», которое будет расцениваться как надругательство над государственными символами. Ухвалений закон не торкається приватного спілкування та релігійних обрядів в цих сферах, як кому зручно. Він точно ніяк не вплине на повсякденне життя 99% громадян України. Є люди, які категорично проти цього закону, які розповсюджують фейки, провокації проти закону, намагаються залякати людей, які, для яких українська не є рідною. Ми весь час підкреслюємо, що захищаючи українську мову, ми жодним чином не принижуємо інших мов і жодним чином не втручаємося в приватне життя людей.